Познакомьтесь, Иванов Петр Васильевич. Наработал. Ну, начинаем. Привет, друзья. Сегодня будем играть в GTA Криминал Россия мультиплеер по старинке КРМП. И вот так, да, вот на этой машине будем кататься. Конечно, по штурму не будем на это кататься, он же не такой уж богатый. Максимум на этой будем ездить. Ну ладно, по штурму, конечно, на такой тоже можно было спокойно поездить, но, увы, не наш резон. Да, Лада седан, мусора. Поедем, в общем, покатаемся чисто. Следующая серия уже по КРМП будет на РП-сервере, а не на каком-то форсаж-сервере. Кстати, ID этого сервера будет в описании. Вообще хороший сервер, заходите туда, и что, даже название будет с этого сервера. Да. Сейчас я просто, моя цель, найти какого-нибудь человечка и убить его. Арестовать, убить, что-нибудь, зарезать, зарыжуешь, приоров, багажник. Кто брата обидит, тут лезь из багажника, увидит, там даже АК лежит с героином, да, это АК же? Ну, АК, бронежилет и... конусы. Ну чё, го? Так, какой-то пацан до меня докопался, но ничего. Так, турбоприора на нитро, окей, вообще, мы только здесь... Приоры едет 183 км в час, но приоры, как мы знаем, едет два раза. Ставь лайк, если тоже это видел. Да, это Лада Калина наша любимая. Ну пока. Да. Поехали на экскорте, доедем сейчас. Что? Машиночка. Гонщик. Сейчас что сбиваю, так туда еще. Вот так, где он едет? Где он едет? Вот он едет. Ой, братуха на приоре, братишка! Бришка, сорян. Там мужик на гелике проехал, да? Ну ладно, нафиг. Ты кто? Ох ты, чурка, сот, тебе не жить, отвечаю, все, догоним сейчас раз. Вот они очень надо, получается, две приоры догнать вторую Вольгу. А-за-за-за! Блин. А-за-за-за-за-за-за! Смотрите, что он хочет. Знаешь, какой обосрашка. Обосрашка. Сейчас догоним. Я нормально. Наркоман. Ненормально. Догоняем. Турбоприоры не может. Две турбоприоры не могут догнать. Какое-то говно. Ну, что ты останови. Как с таким людьми можно... Как он уезжает от нас? Сейчас будет эпика, что танк возьмет. Почему я не могу ни разу по нему попасть? Это шутка? Что-то. Это шутка! В общем, приехали мы в соседнее село на своей... Ну, Ладе седан, как-никак. Что ему надо у меня дома? А? Аллилуйя, ё-моё, уехал. Смотрите, фокус, смотрите. Хопа, Лада седан превращается... Лада седан, пофиг, баклажан превращается в Ладу... Гелик седан! Баклажан. Поедем сейчас в другую деревню, в соседнее село, на дискотеку. Дорога, гелик, дорога, гелик. Твой гелик, твои правила. Твой гелик, твои правила. Майкл Джексон отдыхает. Только что мне вот этот дом разбили фару. Дом, ты понимаешь, что ты, если ты себя продашь, ты не хватит оплатить ремонт одной фары. Вы, блин, в чат убийств, посмотрите справа. Лада, седан 1337. Кто-то его убил. Изверги. На сей раз новая Лада, седан, баклажан. Поехали. А, сейчас вернусь. В общем, я кое-что поставил, сейчас увидите, что именно. Смотрите, магия, смотрите. Сейчас. Ехала как-то обычная приора. И тут тебе... Ехала обычно приоры тебе. Так. Хоп, упала. Хоп, встала. Хоп, упала. Хоп, встала. Так, опа.
А вы знаете, обзаны же мастер Драк Рейсинг, так что-то немножко мы поранили нашу преуру, она перевернулась 84 раза. Отвечаю, брат. Как вы думаете, сможем ли доехать или не сможем? Вот Лада Седан думает то, что да. Видите, вот там в чате пишет, да, мы сможем проехать. Да, сможем. Мы же ведь сможем. Ставь лайк, думал то, что Лада Седан может все. Чё-то меня после шашлыков что-то пукнуло не в ту сторону. Ой, моя приорка. Приорка-то моя. Где приора? В смысле? Вот тут была приора, где она? Всё, буду тут сидеть и плакать. А как тут сидеть и плакать? Приора пропала. Ты чё? Ассасин. В общем, на этой грустной ноте, то, что мы потеряли приора, заканчиваем этот первый ролик по КРМП. Всем пока.